Дина Гумерова и ее преподаватель Александр Макаров. Встречайте! De mi hueso, que han caído los esquemas de mi vida. Ahora que todo era perfecto, y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río. De este cuerpecito mío que se ha convertido en río. Me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco, no sea que aún te encuentre cerca. Me guardo tu recuerdo como el mejor secreto, qué dulce fue tenerte dentro. Hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma. El tiempo todo calma, la tempestad y la calma. El tiempo todo calma, la tempestad y la calma. Siempre me quedará la voz suave del mar, volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí y volver a reír y cada día un instante volver a pensar en ti y en la voz suave del mar. Потрясающе, друзья, ваши аплодисменты. Дина Гумерова и Александр Макаров. Браво! Дина, вам цветы, подарки. Потрясающий номер. Давайте выйдем на свет, чтобы вас еще лучше было видно. Совершенно потрясающее платье. Я хочу также отметить, правильно ли я понимаю, что специально прям для этого номера? Конечно. Все должно быть по-настоящему. Все специально для этого номера. Специально. Прям туфли я вижу. Все, вот понимаете, это я вот обратил внимание, что на каблуке тоже есть красный цвет. Как все тонко, как красиво, элегантно. Потрясающий номер. Выбор произведения, это, если я не ошибаюсь, Бебе, да, ее? Или Бебе? Не знали. Бебе или Бебе? По настроению. Хорошо. К вам вопрос, все-таки это, ну, прежде всего, ваш номер, хотя, конечно же, вы команда, и Александр очень многому вас научил. Что вы хотели в этом номере? О чем это номер? Это же не просто так для вас. Да, мы целый месяц страдали с Александром. Какие-то марионетки играли, кто-то кому-то изменил, кто-то что-то очень грустил, кто-то кого-то не мог простить. Интересно. Мы решили станцевать любовь. Я говорю, напоследок сексом не занимаются. Сексом занимаются для начала, правильно? Поэтому любимая женщина просто слегка, где-то там, немножечко, как сказать, загуляла с подружками, пришла, и дома ждет любимый, но сердитый мужчина. И я его решала вопрос, как обычно надо решать вопросы. Сегодня я могу сказать интереснейшие номера. Сегодня, вы знаете, так интересно мне. То есть, а почему он вас сразу стулом-то не прибил, когда вы, я... У меня логичный вопрос был, если бы я по первому сценарию изменила, а он бы не мог меня простить, то логично было бы меня прибить как раз. Сразу в начале номера, представляете, какой крутой номер, начинается номер, выходит, только дайте начало,
на стулом по позвоночнику легла, все. Ну и дальше он там сам вокруг походил. Слегка, где-то задержавшись, знаете, придя в 6 часов утра, самое время решить вопрос. А вы молодец. Позавчера мы тут выяснили отношения. Я запутался окончательно. Саш, потом мне очень интересно будут подробности. Кстати, обсудим, да, позавчера, что было, где. Так вот, говорит, я заболел, меня не будет на работе. Вот сейчас, знаете, шучу. Ну что же, на самом деле, правда, потрясающе, очень интересно. Мне нравятся такие необычные интерпретации. И я сейчас даже не про драматургию, а про те истории в танце, которые вы делали. Здесь было и танго, и чуть-чуть зомби, если я не ошибаюсь. А я не ошибаюсь. Ну, так, чуть-чуть были намеки, вот, но очень было стильно, очень круто. Спасибо вам большое. Я смотрю, у вас много друзей сегодня пришли поддержать, да? Да, неизменная группа поддержки. Спасибо большое. Начнем танцевать, как и многие. Не-не, все, мы договорились, уже пообещал. Полгода и номер прям вдвоем, все. Можно. Спасибо, аплодисменты вам, браво.